Вот колодец журавель. Здесь на участке чаще всего воду и беру для полива огорода. Но частая проблема для набора воды для питья. Наглядно видно. Надо очень часто воду либо вычерпывать из колодца, чтобы она чистая была. Но раз разбор небольшой, соответственно, получается, вода застаивается грязная. Для этого другой способ есть добычи воды. Это труба. Закапывается труба и забуривается. Вот я рядом с колодцем взял, забурил трубу на 200. На 6 метров. 3 секции. Все-таки трубы. Но проблема в том, что набирать воду маленько проблематично с трубы. Вот сделал такую приладу, тоже поглядел где-то. Пускаешь ведерко. Своим весом утопает. Ведро на 10 литров. Это ведро у меня пластмасса 15 литров. Thank you.
Обратите внимание, насколько вода чистая. Холодная, чистая, прозрачная вода.